Качество обслуживания пассажиров и своевременный по расписанию выход на линию необходимого количества общественного транспорта. Эти вопросы обсудили на совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. В центре внимания автобусные рейсы. В Самаре за перевозки внутри города и по дачным маршрутам отвечает предприятие «Самара-Автогаз». Однако в последнее время перевозчик сталкивается с критикой. Из-за нехватки персонала и технических сложностей, связанных с высоким износом машин, недовыпуск транспорта по 46 городским маршрутам порядка 5-6%, а на 29 садово-дачных маршрутах в среднем около 2% техники предприятия не выходит на линию. Чтобы справиться с трудностями, в компании прежде всего усилили работу ремонтных зон. У нас по штатному расписанию 45 смена ремонтных бригад. На сегодняшний момент она насчитывается увеличена в 2 раза, это 89-95 человек в зависимости от смены. Власти региона и города уделяют повышенное внимание транспортному вопросу. Поэтому, чтобы справиться с недовыпуском машин на линию, принято решение о закупке нового подвижного состава. В скором времени перевозчик получит 50 новых автобусов. Среди причин, по которым в последнее время отмечается невыход транспорта на линию и нехватка водителей, на чем заострили внимание на совещании, перевозчик направил запросы в города и сельские поселения Самарской области, а также руководство предприятия выразил надежду и на помощь холдинга, в который входит «Самара-Автогаз». Ожидают водителей из Санкт-Петербурга и Москвы, а также из других регионов. Недовыпуск транспортных средств влияет на ситуацию не только у пассажиров, но и у перевозчиков, влечет штрафные санкции. Эти меры, они тоже регулярно принимаются. Ежемесячно мы подбиваем сводки, какие рейсы выполнены, какие рейсы не выполнены. Это все актируется, официально оформляется, и штрафные санкции предъявляются к перевозчику. И, разумеется, потом идет отслеживание, чтобы это все было оплачено в бюджет. Повышенное внимание уделяется организации транспортного сообщения в удаленных районах города. На них недовыпуск транспорта сказывается особенно критично. Поэтому на совещании перевозчику озвучили жесткую позицию. Работать не в ущерб этим жителям Самары. Проработали дополнительные меры. Предупреждаю, не допускать снятия каких-либо маршрутов с Красноглинского и Куйбышевского района. Это можно смотреть и заранее говорю, там, где недовыпуск идет по городским маршрутам, смотреть, где есть у нас сегодня еще по этому же маршруту идет трамвай, либо идет троллейбус. То есть, когда встает вопрос о том, что какой-то автобус не может выйти в рейс, нужно иметь четкое представление, что это за маршрут, есть ли альтернативный общественный транспорт. Если других видов нет, как, например, в части Куйбышевского и Красноглинского районов, то увеличивать интервалы движения автобусов недопустимо. Вся работа построена в интересах горожан, подчеркивают в мэрии, и решение, принятое совместно на совещании, должно исполняться, резюмировали участники. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.